Покажи мне свои японские часы. Покажи мне свои японские часы. Покажи мне свои. Покажи мне свои. Парадном, там, где знает каждый угол человек. В темном парадном, там, где вспыхивает огонек. Это огонек на руке моей. Это огонек на руке моей. Это огонек на руке моей, потому что на ней японские часы. Библиотеках и в холмах, в троллейбусах и в магазинах. И в магазинах. Там, где бьют по морде людей, там, где идет страшный шурум-бурум. Загорается вдруг в темноте маленький кристаллик. Это японские часы на моей руке. Это японские часы на моей руке. Это японские часы на моей руке. Мрут все вокруг родственники от старости. Старухи в гробах лежат и старички. И много лет. Только тогда настроение мое после всех этих пережитых впечатлений улучшается, когда я смотрю на японские часы. На японские часы. Вокруг коловрат страшный мир рушится, все грохочет, все разворовано, люди дохнут, как свиньи, и свиньи попирают этот мир. Это ад спустился на землю. Все у друг друга рвут волосы, зубы. Все друг другу выцарапывают глаза. Все друг друга пинают, пинают до смерти. Если 20 раз по башке настучать, башка расколется, и мозги все вытекут на землю. И глаза больше не увидят света белого, и не увидят они японские часы. Теперича мир делится на два лагеря. Теперича мы знаем, кто носит японские часы, а кто не носит. И по этому признаку мы будем отбирать людей в экспедицию в Эльдорадо. Теперича наша армия людей будет знать, где чего шурупить, где чего перенести туда-сюда, вась-вась, и сделать быстро квартирку обнести, и сделать быстро все добро утащить, потому что японские часы не надо тырить, не надо тырить. Японские часы не надо тырить, не надо тырить. Японские часы не надо тырить, не надо тырить.